Я в Икеа пришла купить вот эти рулонные шторы. Ну, я не достаю эту палку. Сейчас покажу вам. Вот так, достала. Вот так они. Поднимается, опускается. Очень удобно. А тут есть размеры до какого? До 2 метров. Вот это 2 метра. Вот цены. Короче, я взяла вот этот размер. Нет. Да-да-да, вот этот. Вот этот я взяла. Серый я взяла. И еще по 80. Вот мои размеры. Все я взяла. Покажу вам, как я. Это все blackout. А солнце не пускает, света не пускает. Днем можно поднять. Даже если солнце, это можно отпустить, чтобы комната не согрелась. Очень классные рулонные шторы. Вот. Тут еще. Серый. Тут есть белый, серый, и черный и голубой цвет. Ну, темно-синий. Не голубой, а вот такой. Темно-синий. Здесь организация хранения для ванной. Ну, это когда вы в ванную комнату мебель устанавливаете. Так, ёршики. Ключики. Девочки, помните вот эти корзинки для кухни, для овощей и фруктов? А здесь сделали новинку для организации хранения вещей, для гардероба, кладовки за 15 евро, но здесь размер больше, 27, 40, да, на 23, с деревянными ручками. Вот они, классные. Такая новиночка. На самом деле здесь есть новинки. Смотрите, какая красивая. С деревянными ножками. Здесь есть разделитель. О, почему-то шатается. Тоже 15 евро, 50, 16 на 17. 15 евро, да. Тоже стильная, красивая. Надо мне придумать дизайн ванной. Я еще не разобралась. А еще и такая. 17,99. Глубокая. Тоже и разделитель. Это для бытовой химии. Поднимать на второй этаж или еще куда-то. Еще можно бутылки хранить. Вот размер. 33, 24 на 23. 18 евро. И еще чуть поменьше. 13 евро. Тоже ручка. Разделите. Вот. 13 евро. Вот такие новинки. Но мы еще посмотрим здесь, что. Если найду что-то интересное, я вам покажу. Это обычные коробки. А, вот. 5 евро. Очень красивая коробка. Девочки, не могла пройти мимо этой новой лампы с такой золотой ручкой. Можно поднять. 59,99. Вот. Вот она светится, как жемчуг. Вот это светится, как жемчуг. Стоит всего лишь 51,99. Тоже новенько. И так можно поставить. И так. Посмотрите, на какую подсвечку я нашла. Новинка. Не могла пройти мимо, не показав вам подсвечник. Это новиночка. С золотой подставкой. Такая красивая. За 19 евро.
99 центов. И еще такая в восточном стиле. Из нержавеющей стали. 32 сантиметра. 39,99. Вот артикул номер, если кто-то онлайн захочет заказать. Это 26 сантиметров. Но это очень красиво. И же маленький. Вот тут стекло чем-то напоминает эту старую лампочку, которая работала на солярке, да, на, помните, так крутилась, типа такая, что-то напоминает. Как вам такая ваза за 15 евро? Очень тяжелая. Как она смотрится? Еще такая 19,99. Ну, это не новинки, это узнаваемые вазы такие. Есть такой цвет. Цветочки. Тут есть и готовые кустики. Декором займусь попозже. Покажу вам цветы. Здесь букеты собирают. Здесь поштучно. Вот эти красивые. Вот я не знаю, как они называются. Это же как-то назывались они, вот эти. Очень красивые, длинные. Сколько сантиметров? 100 сантиметров. Вот вишня. Лилии. Белые. 8 евро штука. 7 евро одна штука. Зеленые ветки тоже красивые. Похожи на очень реалистичные лилии. Огромные. Можно здесь купить. И вот эти вещи. Помните? Вам такая ваза за 30 евро. Большая, темно-серого цвета. 27 размер сантиметров. Есть еще мини-ваза. И вот такая. За 30 евро такая огромная. И вот такая милая. Как же тут будет красиво смотреться тюльпаны как раз сейчас весной. Мне кажется, такой провансальный стиль будет. Девочки, всем привет! Ракурс моего обзорных видео немножко поменялся. Как вы видите, у меня уже идет обзор с нового дома. Вот уже пошли первые закупки для дома. Посмотрите, вот. Была я в двух магазинах, Action и IKEA. Сейчас покажу, что я купила в IKEA. Нынче ремонт оказался совсем не бюджетным. Только начали, уже такие расходы. Так, IKEA. Я взяла вот такую штуку. Это клей, текстильный клей, чтобы подвернуть шторы, если они длинные. Так положили, утюгом прошлись и все. Держится очень хорошо. Взяла две пачки. В пачке у меня 10 метров. Так, для ванной комнаты я купила вот такие ключики на 3M. Не знаю, будут они держаться или нет. В комплекте идут 3 штуки серебристого цвета. Так, купила вот такой белый с черными ручками ёршик для тоже уборной. И к нему еще с той же коллекции, но только железное, стальное мусорное ведро с черной подставкой. Вот. Это для ванной комнаты. Купила шторку для душа. Она, как вам сейчас рисунок показать? Вот так. IKEA, это была новинка, стоимость 13 евро.
180 на 200. К нему комплект кольца не идут. Надо покупать кольца отдельно. Вот. В комплекте 12 штук колец и стоимость кухни. Купила защитную пленку. Вот тут 150 сантиметров на 54. То есть на 50. Купила три рулона. Стоимость этой пленки в размере 154, 50 на 4, 3 евро 50 центов. Я купила 3 штуки. Я еще в магазине показывала. Вот покупала я рулонные шторы вот с такой ручкой. Подтягиваешь и опускаешь, они вверх-вниз идут. Очень легкие в управлении. Купила вот эти 3 штуки. Здесь размер у них... сейчас я вам так покажу. Вот. Вот размеры. 195. Шторка сама 80. Вот этот размер мне и нужен был. А вот эти конвенции, которые их прикрепляют, плюс 5 сантиметров выходит. Так, белый цвет. Все эти шторы рулонные, они blackout, цвет не пропускают. 3 штуки взяла в спальню. Вот на эти 3 окна купила вот эти по 80 и 195. Эти окна почти до пола. Это этот угол, который в первую очередь утром попадает солнышко. Ну, если вдруг вы не хотите, чтобы солнышко будило вас рано, надо поставить шторы, тюль, что-то. Blackout. Вот эти 3 рулонные шторки сюда. Стоимость их... Сейчас я покажу вам стоимость. 80 на 195, размер 3 штуки, 24,99. Взяла темно-синий цвет, детскую. Мальчик сам себе выбрал такой цвет. Это ширина 100 сантиметров. Высота у них можно регулировать 195. Вот с конвенцией, вот этой штучками, всеми этими, выходит 105. Это тоже вот, видите, blackout. Первая галочка, видите, это полностью blackout. Вот как эта девушка держит за ручку, там такая ручка вверх-вниз и очень легкий в управлении. Так, за эту размер, за этот размер... 100 на 195 я заплатила 28 евро. 25. 28. Так, следующий идет размер 140, тоже на 195, серого цвета. Я это купила в ванную комнату. У меня в ванной большое окно. Но я не хотела полностью blackout. Я хотела, чтобы свет немножко пропускал. Но... раз все берут такие, взяла такой. Буду днем поднимать, наверное. Вот, 100% blackout. Свет не пропускает, не просвечивается. Вот размеры. А стоимость этого размера была вот 37,99. Один штук. И последний у меня размер. Сейчас я покажу вам. Последний размер, это самое большое окно в спальне, тоже в детской комнате, 180 ширина, 185, вот, тоже blackout, тоже темно-синий цвет. Две детские комнаты я взяла одинаковых цветов, это самый длинный, и стоимость этого размера, 180, было 47 евро 99 центов, вот. Ну вот, вот все цены. Сегодня я в IKEA потратила 289 евро. Такая сумма не маленькая. Но вопрос с шторами. Ну, с шторами, тюлями, когда у вас есть такие рулонные шторы, можете повременить, не спешить, потихоньку, как вам сказать, поспокойнее можно выбрать. Здесь их все надо почти делать на заказ по размеру. Ждать надо от 4 недель, пока они зашьют, если вы не покупаете готовые. Поэтому я взяла их взять
прибить и быть спокойным. Потом потихоньку, не спеша, буду заказывать шторы, тюли. Буду это вопрос решать. Так, 300 евро. Мы еще пообедали. Икея 300 евро. Решила, забыла показать еще. В Икее я взяла такие железки. Это 60 сантиметров. ТВ-каст. Как это называется? ТВ-тумба, чтобы ее повесить на стену, нужны были специальные железки. Надо у меня по 60 сантиметров, 3 шкафа. Вот, вы, наверное, видели в твоей квартире, у меня белый буфет стоял. Мы решили его повесить, чтобы пылесос мог спокойно пройтись под ним и работать. Так, купили 3 пачки. На каждый шкаф нужен один по 10 евро. Это тоже Икея. 3 пачки по 10 евро, 30 евро. Вот это туда, в чек. Я, по-моему, пропустила. Где они? Вот. 3 штуки по 10 евро. Вышло 30 евро. Так, акцион. Купила вот такую кисточку. Строительный шпакель, отдирать какую-то шпаклевку, краску, бетон, еще что-то. Здесь очень много всего недоделок. Силикон, шпаклевка, растворы на кафеле. Есть такие недоделки. Здесь еще насадки, буду с ним очищать. Купила акционе. Так, еще акционе взяла вот 2 шпакели. И взяла строительную пленку, полиэтилен, 20 квадратов, 4 на 5 размер. Вот. Очень удобно его стелить и красить стены. Малярную ленту, тут 3 размера. Белый силикон, монтажный силикон тоже взяла. Белый цвет. А что еще? Еще взяла маленькие валики. И еще акцию не я взяла. Вот такие обои под покраску. В спальнях, комнатах хочу их полепить везде и покрасить. Так, смотрите, вот они под покраску. Размеры. Вот. Вот размеры 53 сантиметра на 10 метров 0,5. Акция не стоит 5 евро 50 центов. 5 евро 49 центов. Ну, это цент, они, я никогда не считаю. Удобнее так округлять сумму. 5 евро 50 центов. И к нему взяла я клей. Честно говоря, я не знаю, хороший этот клей или нет. Поэтому взяла на 10 рулонов только одно ведро. Здесь написано, что это для 15 квадратов и 3 рулона. Хочу проверить, хороший он, не хороший, не знаю. Поэтому взяла только одно ведро. Вроде бы эта фирма неплохая. Он готовый, просто надо размешать и можно клеить. Ну вот, акцию я потратила 91 евро. Все, все помню. А еще, девочки, извиняюсь. Сейчас, вот. Где? А вот, вот, вот эта игрушка. Вдруг я забыла сказать, она внизу. Это касатка, такой дельфин, касатка. Вот тоже игрушка 15 евро. То есть это сюда не входит, если счет такой большой, так 15 евро это за игрушку. А так в основном я все показала, что купила Икея. И в акционе 91 евро акционе и 289 евро Икея. Вот такое у нас будет. Были первые покупки. Сегодня я хочу немножко отдохнуть, хоть и темно. Хочу вот эту зону заклеить, чтобы завтра утро купить краску и закрасить, чтобы могли собрать шкаф наконец, чтобы развесить вещи. А то я не знаю, что где у меня лежит уже. Вот. А еще потолок надо мне красить. Ну что, девушки, первый шаг сделала.
на преображение, ремонт. Сразу скажу, что у меня не будет такой а-ля, как вам сказать, дизайнерский ремонт. Буду делать обычный базовый ремонт. Еще хотела сказать, нам еще интернет не подключили в этом доме. Только после 23 февраля мастер придет и установит нам интернет. Поэтому я без интернета гружу видео, где я попала, где у меня интернет ловит. Такая, если вы смотрите видео в IKEA или в каких-то других магазинах, общественных местах, вы не можете оставлять от чужого IP-адреса комментарии. Вы можете просмотреть видео, поставить лайк, но не комментировать. Ну вот так. Я смотрю видео своих девочек, так что не могу оставлять комментарии, пока у меня интернет не появится. Ну все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь. Будем делать ремонт в доме вместе. Всем пока-пока.